таким неожиданным концертам в аэропорте Курумыч не привыкли. Одинокий музыкант на флейте играет фрагмент из оперы Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Удивление зрителей сменяется любопытством, что будет дальше. На импровизированной сцене появляются танцовщики. Двадцать артистов театра оперы и балета и учеников театрального училища свой флешмоб репетировали около месяца. Признаются, волновались. Публика все-таки непривычная. Ты прилетел в аэропорт, то есть у тебя тут дела, как бы три дороги уже практически. И тут вдруг такое неожиданное, такое приятное мероприятие, которое так и видно, что профессионалы танцуют. Но я сначала даже не поняла, я говорила, что такое. Появление театральной труппы в Курумыче не случайно. Такой подарок преподнесли артисты ко дню рождения аэропорта. Аэропорту Курумыч исполняется 55 лет, и сегодня как раз состоялся первый полет. Мы хотим своей акцией поздравить их с этим событием, а нам 1 июня будет 85, поэтому на двоих нам 140 лет. Не только приобщиться к искусству, но и спортом заняться. В аэропорте устроили турнир по настольному теннису среди пассажиров. Желающих нашлось немало. Полувековую историю аэропорта Курумыч воссоздали на мультимедийной выставке. Главная веха – 15 мая 1961 года. В этот день началась первая навигация с рейса Куйбышев «Минеральные воды». На огромном экране архивные фотографии, почтовые карточки и даже советские рекламные плакаты. А настроение в этот праздничный день задавали веселые мимы. Валерия Макарова, Константин Головин. События.